Ну мы видели, а что толку? Вот, видите же сами на лицо. С 8 часов закрыли, стоим теперь. Коллеги большие были вот эти 2 дня до закрытия из ажиотажа. Вот мы не успели выехать, стоим теперь. Все груженные стоят, пустые, все уехали домой. А так было машин, наверное, 150-170 было вечером. Mm-hmm. До объездной была коллега. Вот многие на Россию стоят, где-то 15% на Алмату, на Казахстан, а остальные все на Россию стоят. Mm-hmm. Транзит тоже не пускают. Mm-hmm. Постоим сейчас, может, откроют. Вроде бы там говорят, в Уральске открыли. Западная Казахстанская область с Россией. Посмотрим, если не откроют, поедем домой, а что делать? Ну вот, со вчерашнего дня мы стоим здесь на границе, толкались. Всю ночь толкались, пропускали машины, как положено, все проходило, работала граница. 10 минут 9 границу закрыли, и дальше фуры, все, никто не поехал. Выгнали задом назад машины и сказали, все, они сами не знают, когда это будет. Сказали на месяц. Я спросил, как будут товары поставляться. Мне сказали же по железной дороге, железным путем.